Признать первое никогда не поздно. Ясно? А с точки зрения индусов, 40-летний человек – это подросток. Он только начинает приступать к развертыванию жизни. С точки зрения китайцев, старость наступает после 90 лет. До этого говорить о старости просто бессмысленно. Значит, первое – понять следующее. В чем причина твоего страха? Чем страшна старость? Болезнями? Займись своим здоровьем. А финансовой необеспеченностью? Обеспечь себя нормальным образом. Утери близких? Научись жить одна в конечном счете. Ясно? Но пойми следующее. Это миф. Это иллюзия. Это глупость. О том, что жизнь кончается в 20, 30, 40 или сколько там лет и так далее. Сейчас был удивительный проект. Вон там у меня лежит книга. Там все люди от 65 до 110 лет. Там приведена история 104-летнего психоаналитика, который охотно с удовольствием принимает клиента. 90-летнего специалиста по ушу, который занялся ушу 80 лет, потому что раньше не мог заниматься. Бабуля, которая занимается айкидо и прыгает с парашютом. Дама, которая катается на катке и так далее. Все они счастливы, едва ли не больше, чем нынешние молодые, которые эмоционировать-то толком не умеют. У них есть две эмоции, хорошо и плохо. Никогда не поздно. Никогда не поздно. Вот выкини эту мысль, но при этом всегда помни, проснувшись утром, перед тобой первый день всей твоей оставшейся жизни. Это первый день всей твоей оставшейся жизни. Не теряй его. Признать первое никогда не поздно. Ясно?